Добро пожаловать, это диджей Вичеланд, и мы продолжаем проходить Disciples 2. За орды нежити, как обычно. А, точно, разрушите башню костяного лорда. Твоя сила. Ой, кто нам? Вот. А, она у меня еще есть. Не дойдет. Надеюсь, эти зеленые мелкие гоблины не нападут на нее. Почему зеленые, не знаю. Они тут вообще-то красные и коричневые. Ну, пускай будет так. Не, захватить-то я захвачу этот замок. Без проблем. Просто ее могут убить, наверное. Да, попробуем, наверное. Угу. Да. Храм строить, не строить. Ну, все равно в будущем надо будет строить. А вот фигу, он и так уже мертвый. Фигеть, блин, на этих всех промахнулся. Ланшетик убили сзади. Так. А, блин, ё-моё, щиты эти. Молодец. Убил, блин. Он, знаешь, сколько стоит его воскресить, блин? Ещё косые, как эти мертвяки мои. Косые. Сразу вот так не мог сделать. Причём у него точность 85, а он косит, как будто у него 30 точность. Я офигею. Ходят слухи, что где-то в этих краях есть предмет, таящий огромную силу. Называют его Глаз Драгона. И владеет им древний проклятый бог. Хм. Это интересно. Наверное, сделаю так, потому что мне надо на жезл. Вот на этот. Так ты сиди там, лечись. Уничтожить. Так, ну это, наверное, не знаю. Нападать на таких мы, наверное, слабы еще очень. Ноль. Ой, мы качаться еще. Перекачаться. Пускай бегать собирает всякое барахло. О. Не, там не пройти, иди тогда дальше. И что от нас хочет эта богиня воды, вот как ее там, не знаю. Говорит, она с вами поговорить хочет. Точно, надо до нее дойти. Надеюсь, это не очередная ловушка, а то, блин, то не очень будет. Офаль. Сколько там золота? Надо будет главным сюда прийти потом. Уничтожить. Че, говорить будет кто-то? Нет. О! Так, рудников не видно. Ай-яй-яй.
Чё, как дорого-то лечить всех. Пока у нас очень мало денег. Призыв Белиарха на места. Да ну этих разбойников, блин. Лишний геморрой. Блин, позывать я никого не могу. Давай посмотрим, кто там. Ну, в принципе. 70. Нифига себе, он сейчас потреплет кого-то. И сейчас вот этот стрелять будет. Нет? А на нем, конечно, похуй. Бах. Он еще и броню разбивает. Я офигею. Ага. Так, интересно. А произошло это все, потому что мудаки косые у меня в отряде. И воскрешалки мне, конечно же, нету. Ой. Убери ты это. Ой. Ну давай так загрузимся. Quick save. В принципе, можем сгасить. Просто кое-кто косит по-страшному. Дело, ну тут другое же дело. О, никто не убит. Сфера восстановления. А что он делает? На 30, блин, нельзя так применить, жалко. Жаль. Хотя ему надо было не ящерицу ставить. Ему надо было 3 вот таких поставить. Хотя ладно, фиг с ним. Русалки. Опа. Что? У меня все не слышат ничего. Тут, блин, столько рудников, надо это опять делать. А то дни идут, блин, они тут. Да вылезет оттуда. Да что такое-то? Бурый медведь. Ну не знаю, не знаю. По-моему, он слабее, чем белый медведь. По-моему, да. Да, послабее. Бурые медведи задерут любого непрошенного гостя в своих лесах.
Вот его мочить у него. Урон 90. Отлично. Подцапали меня, правда. О, это плюс 20 защиты, по-моему, посох. По желанию своего владельца, посох способен облачить союзников в нескрушимую броню. Стоимость. У меня маны нету. Посохи можно применять постоянно, только мана нужна. И могут только вот такие вот, которые свитки могут открывать. Эти посохи применять. Да. Блин, все время думаю, или ему трех воинов надо было поставить, или все нормально сделал. Ладно, пойдет. А то они сейчас накупят, блин, маны, а потом будут меня магией фигачить. Блин, там сильные. Так, уже нашим заросло. Так быстро сходил? Карапузов пока не видно. А, там у них столица или город уже, да? Значит, захватим. Конечно, блин, вот здесь столько опыта. Ух. Так. Ходов нет. Повелитель. Да иди ты. Сфера холода. О, торговец, а у тебя ведь есть что продать. О, дракон Рока. Может напасть на него. Их мучения будут долгими. Чё у него было? А, промахнулся. Ну, так они и вы будут ковырять.
Убили. Вот. Убили одного. Кто там красный? А, почти. Вау, да что ж ты вот ровно-то не можешь убрать? Ну, уже полуубитый весь какой-то. Опа, воришка. Нифига себе, кто там вылез. Да, нифига себе. Ого, у вас там 120, 80. Надо вот этого мочить. 60. 120, они кого-то убьют уже, да? Фу, он промахнулся. Давай не спи, молодец. Не машь. Так, морозным великана морозом. Вы серьезно? А сколько? Он и так льдом дерется. Ледяной великан, и я его морозом 20 отнял. Ну, что-то нелогично. А у него даже защита и стойкость от воды. Иммунитет вода. А, или могильный холод, хотя, может быть. Он переоценил свои силы. Это главный был, понятно. Да что ж, какой неугомонный-то. Маленький прыщ. Ну нафиг такие, помотали оттуда. Оу, ну я обычно беру инструктора. Качались. Вас ждет погибель за неразумные попытки помешать мне. Я раздавлю вас и займу место вашей богини. Ничто не остановит Мортис. Она снова одержит победу. Тебя создали, чтобы служить ей. Мы заставим тебя покориться. Мне не терпится сразиться с вашим жалким воинством. Мои силы готовы идти в бой. Хорошо. Не дойдет. О, это надо захватить. Только как я захвачу, когда у меня тут все дохлые? Можешь это применить. Памс. Все равно их и же. И вот так давай. Эрарик, это, по-моему, не вор и не жезл стойкот. А, жезл стойкот.
О, да, я нападу и захвачу этот замок. Мне даже башню магии рано строить, потому что у меня маны нет. Маны нет. Вот, черт, я кое-что забыл сделать. Извиняшек. Ты чё поставил свой жезл? Фигель, что ли? Ну-ка там чё? Скорости. Да уберем этот буржуйский жезл. Убери, убери. Так. Не нужен этот замок. Я сожгу их души. Рюкнул. Да, толку-то. Не знаю, в чем такая косая. Вы сполна почувствуете на себе гнев горцев, никчемный сброд. И это Хали очистит нашу землю от вашего поганого рода. Мы отомстим за погибшего Коро. Коро. Лево? Че? Не знаю, что за Коро. Нет, не дойду до этого пузатого. Ой, я даже не построил еще это. У него нет, ничего нет, но он купит у нас с радостью. Что это? Нафиг. Нафиг. Ну что, точность на 10 может оставить. Что ты... Все за мало так продал. Беспалевно так пробежал. А, я же строил, блин, башню магии построить бы. Вот это карапуз, что я не должен добежать? Ну, никак не добежит. Столица у них там уже, что ли? А, этот карапуз вообще просто стоит. Не знаю, вот кого делать. Тауматургия. Чума. Хочется еще раз этого. Понравилось. Ну, можно вот этого. Хоть 60, но он лечит своих.
210 жизней, а у этого 105 всего лишь. Не, давай вот по этой линии, наверное, пойдем. Или вот, вот этого я никогда не делал, может его сделать. Кстати, скоро уже. Немножко не хотел, чтобы его добить. Того ударил, блин. Хотя... Да, не того. Ну как можно было бы на этом промахнуться? Потому что мудаки косые, кое-кто. Я не могу над ними просто. 15-й? Да ладно. О, нет, ты чё? Как можно быть такими косыми? По-моему, они все намного косее, все вообще все разом стали после этой маленького мода, блин. То есть мне опять сейчас строить, да? Ну да. Давай штуку вот так вот сделаем. Нужно было на нем промахнуться. Да я прям хренею, надо ее косоглазием. Мне сейчас просто отвалить денег, сколько за это надо. И все потому, что кое-кто косит просто по-страшному. Какой-то жалкий отрядец не могу завалить. А если вот так сделать? А так все нормально. Ну что за фигня? Ну дунул он один раз вон. А, я же строю. Возмездие гребет мою жажду. Костяночек где-нибудь у них здесь тусует.
Демонологи одни стоят. Drink. Pink. Так. А мог бы ставить жезл, сейчас бы бам, и рудник наш. Куда это все идет, я не понимаю. Опа. У них явно там горгулья сидит. Карапуз-то офигел, что ли? Башня магии. Да. Вот этого надо будет как-нибудь. Пока не хватает. Так, 400 и 200. Давай. Либо его, либо... Я сделаю вот так вот. Убили? Да ладно. Моя сила убили? Дерево завалили. Как он выжил? Вот он почему, он удачливый какой-то. Какой-то удачливый этот жезлоставитель. За 200. Да не, уж лучше подожду денек здесь. А где эта богинь-то их? Фиг че не знаю. Что? Пэнк, не успели. О! Моя сила перевернёт мир! Можно было тогда и не вызывать его. Это дерево, только ману просто так потратил. Который и так нет. Точно за мной бежит. Это к ней, да. Хоть посмотрим, кто у них. Смотри, обычные. Вот тебе 25. Получил ядом-то. Зато потрепал неплохо так. Завалили ее, а? Ну я хоть жезл успел поставить. Да вы задурали уже, коротыши. Туда вон, к этим проклятым идите. Маленькие надоедливые создания. Морской змей. Вон наемник, надо дойти до туда. Пинк.
О, почти вылечился. С этими коротышками тут сражаться. Че, они сбежать хотели? Вроде все. Ходить неким, строить нечего пока. Не, он точно за мной бежит. Ух ты, еще одни пришли. От одних отделался, вторые прибежали, я прям не знаю. А, прям вру-вру зарастает прям. Головорез. Опять какой-то отстойник понасовали. О, королева, мне же к ней надо. Давай сохранимся. А, я не дойду. А мы с горными кланами делим, это труднее, блин. Когда их ход зарастет, а им получает доход. Когда мне, у меня зарастет, получу. Ну чего вы этого чурбана поставили, дурачки? Обличье сменить. Неплохо. Какой убрать мне денег таких нет? А, на жезл не хватит. Блин, занежить миссии. Тут, блин, одна вода все время на карте. Одна вода и полная задница. Все, надоело ему за мной бежать. О, теперь я заросла. Да задолбал ты. Я, походу, не уйду отсюда никогда. Они все возвращаются, возвращаются. Во-первых, давай ставь ты уже этот жезл сюда, потому что они достали. Вот этих мочи уже. Не страшно. А я думал, прокосишь. Плюсик? У меня денег нет. Ого.
Вот что с этим придурком делать, я просто не знаю. Так, мы сохранимся и попробуем дойти до нее. Что-то говорить должны. Королева Телегляш, мне нужна помощь богини, которую мой народ никогда почитал. Да, Мортис была нашей богиней до того, как она стала другой. Что вам нужно от нас, рыбы? Король... В стародавние времена Мортис звалась Салниэль. Она и ее божественный супруг Голиан правили эльфами. Они вздумали воевать с Ватаном, богом горных кланов. Сразил Голиана и забросил его тело на самое солнце. Салниэль попыталась спасти его. Она сгубила свою нетленную красоту в солнечном огне, но смогла вызволить только его сердце. Она изменилась, обратилась к злу. Ее почитатели покинули ее. Мы знаем, что цель ваша — оживить Голиана. Я смогу защитить вас от власти костяного лорда. Проведите мою дочь Унтилигулиш через земли горных кланов, и я вам помогу. Мортис согласна, морской народец. Она приказала нам проводить твою дочь. Благодарю вас. Моей дочери нужно встретить нашего жреца, чтобы принять участие в обряде поклонения предкам. Остерегайтесь, горный клан охотится на мой народ. Они делают из нашей чешуи доспехи. Многие уже погибли от рук карапузиков. Ей нужно добраться до Глунерийского моря. Пожалуйста, защитите ее и жизнь дороги. Мы сделаем, как ты просишь. А, где-то рядом там. Ну, где-то вот сюда. Что, я по-прежнему сражаюсь? Нет. Торгуется. Угу. 40, да в области, офигеть. Ой, уходим. Нифига, кракена засунули. Спасибо. Хочешь 16, но по воде-то она нормально, наверное, двигается. А, все. Королева Телини Галериаш. Вот это у нее чешуя. Чуть ты все назад дали вдруг. Вот блин. Задолбали эти карапузы уже. Че ты ходишь туда-сюда? Уйди. Лидерство. А, у нее вообще два лидерства. А как у нее кракен поместился? А, ну да, два. Все правильно. Замедление еще офигенно. У тебя что-нибудь продать есть? Нет. Ржавчин. Там какой-нибудь людоед, может. А нет. Смотри, наши. Так, Пендуаджаб. Кто ж тебе такое имя-то дал? Надеюсь, не я.
Ой. Надо стырить заклинание. Оборотни в... на всякий. А чё наш тут делает? О, 500, кстати, стоит. На вора вообще плевать, вот этого мочи он не достал. А вот здесь кто был? Еще не исследованный, значит исследуем. Что напрягает, вот напрягает они. Жалко, не добил. Ой, я им плюсики сделал. Моя сила перевернет мир. Не добью. Че мне эти свитки хранить? Тем более не очень. Ой, нет никого. Кого-то нет еще. Блин, добили. Так. Всеми сходил. Ни золота, ни маны почти. Ни ходов. Молодец. Молодец. Не знаю, зачем такие карты сделали. Слишком водно. Ходить невозможно. Что-то он прямо с берега так беспалевно наблюдает за ней. Только не надо опять делать этого. Так без берега. Беспалевно наблюдает. Попробовать напасть, что ли? Я не знаю, кто там. Горный клан какие-нибудь там. Выстрел. Блин, надо было песик и морозить.
Вот зараза мелкая. На. Блин, на скрышалку надо было положить. Шестьсот пятьдесят. Ну-ка, сколько тебе там опыта? Вообще нормально надо. На один день, а раньше они навсегда прибавляли точность. Вот зачем вот эти эликсиры изменили? Мне вот это не нравится. Единственное, что... О, тут столько родников. Свои чай не будут нападать, дико-то. Опа, это кто такая? Эрхак темная. Походу я знаю, где этот костяной лорд находится. Пинджубедахаб. Там рудник, по-моему, поэтому... А, нет, мана смерти, тем более надо тот рудник. К себе. Я отведу, я ее туда, и чего мне дадут? Ничего? Хотя, может, мне артефакт дадут. Было бы неплохо. Перемахнули. Делать больше нечего, он тут своим вором бегает. Ян там костяной лорд находится. Поэтому рано сюда идти еще. Так, убираем этот нафиг жезл. Так вот. Ой, я напал. Еще кланы гор. Блин, все время забываю построить. Конец хода, хоп, и нажимаю резко. Я еще убрал, когда нажимаешь конец хода, там подтверждение. Точно завершить? Это я вот убрал. Вов цех. Ищ, разлетались тут. Бум. Медведь такой. Подо мной земля сменилась. Он самоубийца просто. Ой. Чё-то все косые. Ого, да ладно, ты высасываешь жизнь. Она паралич вообще-то делала. А теперь она высасывает жизнь? Что? Нифига себе, ну допустим.
А ему вообще пофиг, он что-то пофигу этому сминогу. Что-то в этом медведе-то все. Ой, вот. Даже не знаю, кто там. Офигеть. Мегамощные, блин, все какие-то. Капец кому-то, да? Молодец, тебе капец тоже тогда, раз ты косишь по-страшному. Ну, сама виновата. У меня столько воскрешалок-то нету. А ей ведь немножко оставалось. Вот что за... А, теперь надо туда возвращаться, что ли? Что, нельзя? Да, сюда вставим. Воскрешать опять, блин. Наверное, на этом надо серию закончить. Между прочим. Да, закончим здесь серию. Это был DJ Vigilant. Увидимся в следующей серии. Ну, ничего тут такого не должно произойти, чё, в этом ходу. Ну да. Опять он... Ах ты, мелкий засранец. Ну, хоть повод есть теперь туда вернуться, а не просто так.